Всем привет! Приехал на рыбалку половить окуня на таком канале. Теплый канал, не замерзает, так везде лед. Только здесь открыто. Время уже после обеда, времени немного на рыбалку будет, но получилось, поехал. Попробую половить. Вчера еще мороз был, вообще морозы были, холодно, поэтому только здесь льда и нету. Здесь станция, теплая вода. Сегодня резко потеплело, тает снег. Посмотрим, как-то на клёве скажется, но думаю, не очень. Спинг все тоже, фаворит Bluebird, тест 1,7 грамм. Катушка Shimano Ernest, 0,6 шнур. Так как сегодня ветер сильный, и здесь еще и течение, поэтому буду ловить на отводной поводок. Сам поводок леска 0,16 диаметр. И вот с такой приманки начну. Дальше буду смотреть. Поклевка была. Поклевка была, рыбы нет. Поклевка слабая была. Вот рыба прыгает. Наверное, здесь много малька. Что-то было. Даже фрикцион сработал. Было, но нету. Вот так можно отцепить приманку. Отстрел называется. Натянул. Вот отпускаю и вперед спинг подаю. Опять натянул. И вот помогло. Достал. Так бы оборвал. Что-то на этом месте не очень. Было несколько поклевок, очень слабые тычки. Все. Зато хоть что-то было. Но видно, малек прыгает. Он, наверное, такой окунь здесь гоняет. Не крупный. Наверное, буду дальше передвигаться. Тоже скоро вечер. Приманки менял, меньше и больше ставил. Проводки медленнее, быстрее.
несколько тычков и все. Не несколько, а два. Слабеньких. Да, пойду дальше. Тоже тяжелое зацепило. Отцепил. Как там приманка? Приманку оборвал снова. Какой-то сегодня день обрывов, зацепов. Снег идет, а рыба на приманку не идет. А уже скоро темнеть будет. Не хочет и под мостом клевать. Пойду дальше. Первый заброс. Ветер, конечно, мешает. Нужно пониже опускать, чтобы шнур больше в воде был. Вот этот зацеп какой-то был сразу же. Чтобы шнур больше в воде был, меньше дугу выдувало. Так, что-то было, или на что-то упало, или поклевка. Может, даже на что-то упало на камень. Ветер себе дует, течение себе тянет. Тут, конечно, такие обрывы, что не так просто подойти к воде. Скользко. Одел рукавицы, это как-то холодно. Было тепло, уже, наверное, мороз берется. Что-то было непонятное. Пошел он дальше по каналу, пройдусь. У надежды уже мало, конечно. Но вдруг еще повезет. Но дно, конечно, здесь хорошее, чистое, отстукивает хорошо.
Но толку от этого мало. А рыба не клюет. Попробуй он возле дерева поваленного провести. Не зацепить бы главное. То и так вот этих зацепов. Крючок открытый. И снова зацеп. Одни зацепы. Вроде цепилась, мне оторвал. Оторвал. Ну, в принципе, уже вечереет. Уже, наверное, перевязываться и не буду. Поеду уже домой, наверное, еще ехать далеко. Это не близко, возле дома находится. Все, что близко, все под льдом. Поэтому пришлось ехать дальше. Ну что, рыбу поймать в этот раз не получилось. Несколько поклевок было, непонятных, слабых. И все. Только приманок наотрывал, зацепы. И все. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, смотрите другие видео. Всем пока!